Пронизывающий звук свистка, прыжок в воду и международный турнир по плаванию «Рождественские встречи» начался. Каждого спортсмена, который приехал на соревнования из разных уголков Беларуси и России, охватывало волнение, потому как для многих мальчишек и девчонок это первые старты. Волнение пловцов передавалось их преподавателям, тренерам, другим участникам соревнований и болельщикам. Ведь желание каждого спортсмена выложиться на максимум было обосновано. Турнир «Рождественские встречи». Он у нас традиционный, уже проводится седьмой раз. В этом турнире у нас принимают участие 400 спортсменов, Россия и Беларусь. Возраст участников соревнований 16 лет и моложе. По трем возрастным группам он проводится. С каждым годом количество участников возрастает. Поэтому стараемся, привлекаем. На международном турнире представлены все виды плавания. Баттерфляй, плавание на спине, брас, вольный стиль и комплексное плавание. На соревновании 5 дистанций, от 50 до 800 метров. Личные места участников будут определяться по возрастным группам на всех дистанциях, раздельно у юношей и девушек. Что касается критерий категории, то у нас здесь три категории. Это три возрастные группы. То есть, в общем-то, это молодежь, малыши, которых мы этими соревнованиями, ну, скажем так, обстреливаем, потому что впереди соревнования такого плана уже республиканской, как «Веселый дельфин». То есть это такие этапные соревнования, подготовительные соревнования. Никакого отборочной нагрузки они не несут. Но они разделены на три возрастные группы. Для юных пловцов международный турнир «Рождественские встречи» – это первый старт в новом году. Благодаря ему спортсмены могут увидеть уровень подготовки своих коллег и поделиться опытом, наработанным на многочисленных тренировках. Каждый из участников долго и основательно готовился, чтобы показать свои лучшие результаты. Ну, эмоции были хорошие, ощущение такое. Вначале было страшно, потом уже, когда уже стартанул, то уже все, вначале уже хорошее стало. Все сделал правильно, все на тренировках, все ошибки исправлял, которые были. Все было хорошо. Соревнования такого плана – это проверка собственных сил и уровня мастерства. Все это наглядно проявляется на фоне соперников. Завершится международный турнир по плаванию 18 января. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.